Губернатор Тверской области Игорь Рудени подвел итоги состоявшегося в Твери IT-форума Digital Days. Напомним, что он проходил в столице Верхневолжья два дня с 27 по 28 сентября и объединил на своей площадке несколько сотен специалистов со всей России из сферы IT. Ирина Синягина продолжит тему. В целях национального проекта «Цифровая экономика» к 2035 году стоит задача обеспечить условия для возникновения новых компаний в сфере IT. Поэтому важно, чтобы система образования уже сейчас готовила те кадры, которые помогут реализовать необходимые задачи, отмечают специалисты из этой отрасли. Сейчас система образования больше заточена на знаниевую компоненту. Нужно учить работать с данными, с открытыми источниками данных, работать с большими данными, уметь решать задачи, когда мы имеем ситуацию с неполным условием, когда есть неопределенность. Губернатор отметил, что Тверь является одним из исторических центров развития информационных технологий в стране. Здесь была создана одна из ведущих школ программирования в Советском Союзе, затем в Российской Федерации. Сегодня в Тверской области сосредоточены научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, которые работают над внедрением автоматизированных систем управления космическими аппаратами, разработкой программного оборудования, инновационных решений для различных отраслей экономики. Тверь, фактически уже становится таким IT-хабом. В 2012 году, когда я пришел в компанию Accenture, у нас в компании здесь работало 70 человек, сейчас почти 500. Открываются новые колледжи, то есть вся база для смарт-сити здесь уже существует. За два дня работы Digital Days посетили 1500 человек. Спикерами стали ведущие представители IT-сферы в России. Приятно был удивлен большим количеством людей и в первый день, и во второй. Интересно было посмотреть на прессу, какое внимание было к этому мероприятию. Это говорит о том, что, конечно, это вопрос цифровизации, вопрос цифровых технологий, он сегодня практически присутствует в каждом направлении нашей жизни и в каждой отрасли нашей экономики. Игорь Рудени отметил, что цифровизация должна активно развиваться в ключевых для Тверской области отраслях. Сельское и лесное хозяйство, стекольная, машиностроительная промышленность и другие направления. Губернатор озвучил ряд предложений по развитию в Тверском регионе индустрии информационных технологий и цифровой экономики. В Тверской области будет разработана и реализована отдельная региональная госпрограмма в IT-сфере и создан самостоятельный орган исполнительной власти по цифровому развитию и информационным технологиям. В Твери планируется создание IT-сфер. Колледжа для подготовки молодых специалистов в соответствии с потребностями конкретных компаний. Озвученные решения нашли отклик у специалистов этой сферы. Многие отметили важность проведения таких мероприятий при взаимодействии IT-специалистов и государства. Вообще отличная площадка, на которой IT-специалисты делятся своим опытом и своим пониманием того, как IT прямо сейчас развивает современный бизнес и развивает государство. Во второй день форума проходил фестиваль информационных технологий New IT Fest. Спикеры рассказали о безопасности сайтов, о том, как выиграть хакатон, о балансе интровертов и экстравертов компании. Макс Джексон рассказал, как правильно выступать перед англоязычной аудиторией.